Короче, подъехали на то место, где остановились в прошлый раз. Сейчас воды гораздо меньше. Проехать можно в легкую, как бы даже своим ходом. Ну, не в легкую, но проехать можно. В принципе, ничего такого сверхсложного нету. Камни, конечно, подъем, но не смертельно. Вон там товарищи что-то курочат, защиту у Андрюхи. Сейчас примем корм и поедем на штурм. Очередной привал эндуриста. Нас теперь трое. Остались самые лютые. Да, забыли ложки и вилки. Короче, будем корм принимать чем подручными средствами. Вот и моя ложка. На сколько? На 24. Ложка на 24. Короче, вон наша дорога. Андрюха у нас чуть-чуть подломался, его починили. То есть не подломался, защиту загнул, это рабочий момент. Ну, все, как они, японцы? Китайоза. Китаец. Давайте, давайте. Начальника, вкусно. Все, короче, сейчас примем корм. И прием дальше. Да. Короче, исполняем. Кто как может. Виталий едет. Я сейчас буду пробовать за ним. И Андрюха. Хуя ты, Андрюха, могёшь? Тут сюда надо ходом залетать и хуярить ходом. Если останавливаешься, жопа тронутся. То есть трогаешься, баланс уже встать не может.
Да просто пиздец. Жесть какая. Давай, Виталя! Ну, ну ничего. Надо и тебе зайти помогать. Ну. Я маленький прокатись. Короче, пойдем сейчас вызволять Андрюху. Мы просто жить. Выебались уже все. Смотри, это здесь, да? Да. Беспредельщики. Нашу веревку, блядь. Нашу веревку. Да. Сейчас пойдем тягать Андрюху. Свет выключи, что аккумулятор там садишь. Сейчас вперед чуть-чуть дернем. Мне больше интересно, кто его сюда припёр. Назад чуть. Поднялись вроде по этому жопному участку. Не знаю, что нас ждет дальше. Но ТТР очень хереново едет. Ехать нам вон туда. Еще, я не знаю, до вершины километра полтора. Вот такой жопы. Виталя, как ваше ощущение? Как? Я устал. Сильно? Как собак. Да. А что там Андрюха воду набирает в гидратор? У меня даже руки дрожат, я камеру держать не могу, они заебались. Андрюха, расскажите нам ваше впечатление. Что-то я заебался вот так вот. Вот это лютый ебеня? Ну так, средний. Средний? Но. Ничего не это. Вот там тоже были? Средний, но. А как лютые, так когда вообще? Это еще Мишка сзади подгонял. А, понятно. Едем дальше. Это тут еще одна такая же жопа. Андрюха, могёшь. Тут видал еще такая же жопа. Вон Виталий исполняет. Давай. Тут тебе еще ебеня ждут.
Хера он там купается методом погружения. Все, устал. Штурмуем второй участок жопный. Но там нашли вроде объездик более-менее. Сейчас главное выскочить туда на край, на правый. И по правому краю второй каменистый участок штурманем. Короче, исполняем кто как может. Заглуши. Сука, палец хуйнулся. Нога попадает между камней и пиздец. Палец подумался и вывихнул. Большой. Нормально. Может, лучше его попадить? Нормально. Ну, хуйня стал. Сейчас я отдохну. Тут проехать можно. Со скилла нету. Тренироваться надо. Так-то вот это едет. Да и опасно, видишь. Не на коленников. Не подлокотников ходом так-то, по идее, надо разгоняться и хуярить. Стараюсь поаккуратней. Хули там. А, блять, уебал палец. Подожди. Сцепление одна выжать не могу. Еще немного, еще чуть-чуть.
до вершины остается буквально 150, 150, 300, 450 метров, 600, 700. Так вот и едем. Зато тут воды до хрена. Тут если медведи и есть, то они уже, наверное, охуели над дебилами. Думают, это вообще какие-то отморозки. Таких жрать нельзя. Отравлены. Но... Вот оттуда, где я сейчас смотрел, где-то, если по птичьему полету, метров 700. Если с зигзагами, то километр. Вот. О, опять камни, да? Ну, да, там так. Да тут везде, как я понимаю, камни до самого конца. С разной степенью ебанутости. Камни и вода. Да. Все, друзья. Да. Еду, блядь. Руль не могу держать нормально. Наверное, завершающий подъем на Хамар-Дабан, на само плато. Ну, он такой лайтовенький. Что, товарищи, как ваши ощущения от штурма Хамар-Дабана? Я устал. Было интересно? Было интересно. Вот это так неинтересно говоришь, так, как будто тебе... Я устал. Ну, блин, заебались это. Я палчик себе повредил, если уж на то все начали плакать. Давайте поплачем. Ну, главное, что мы заехали вот там вот, Селенгинск. Но мы, наверное, до него не поедем, чтобы потом по асфальту пилить. Время еще есть. Вернемся назад. Спустимся по ебеням и вернемся по ним же. Короче, нам подъема мало, нам спуск подавай. Короче, поехали назад. Сейчас спускаемся уже. Вон Андрюха стоит. Потихонечку спускаемся и едем домой. Если аккумулятор сдохнет, сразу заранее. До свидания, товарищи, до скорых встреч.
подписываемся на канал. Андрюха, скажи. По такой чаче и вниз не шибко-то легко, потому что скользко, пиздец просто. Камни эти. Андрюха чуть-чуть исполняет по заявкам телезрителей. Мы сломали спицы, поймали палку, спустились уже все вниз. Оттуда, о, прикинь, даже. Ну. Охуеть. Короче, отлично съездили на Хамардабан. Повредили мне палчик. Помяли Андрюхе бак весь. Порвали спицы. Короче, все по полной программе. Виталий, тебе что-нибудь сломали? Короче, ты самый целый, да?